Челябинские таможенники изъяли партию контрафактного товара на 7 миллионов рублей. Одежду известных марок нашли в грузовике Mercedes-Benz. Грузовой автомобиль с товарами народного потребления следовал из города Бишкек и был остановлен на автодороге А-310 вблизи КПП Троицк. В автомобиле обнаружено более 8 тысяч единиц контрафактной одежды. Спортивные костюмы, брюки, шорты, футболки предназначались для продажи в городе Новосибирске. Ущерб правообладателям торговых марок был оценен более чем 7 миллионов рублей. В настоящий момент товар изъят и передан полиции Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозит штраф и лишение свободы сроком до 2 лет.